объект должен был быть сдан по прогнозам заказчика 1 сентября. У вас согласно контракту какие сроки сдачи? Ну, согласно контракту они были, в принципе, около 1 сентября. Но в связи с согласованием многих проектных работ, то есть не были не в смысле согласованы, а были какие-то ошибки допущены там и прочее. Пришлось маленько подкорректировать сроки, но мы график сейчас у нас есть составлен, согласован с «Русалом». Основные работы, конечно, мы 1 сентября, какие сделаем? Первый этаж мы сделаем перегородки, сделали фундамент лифта полностью, очень сложный, копали вручную лопатами, это около месяца с лишним, то есть закапывали, это очень сложная технология, потому что, иначе бы проект не прошел экспертизу. Потом мы сделали один торец здания, фасада сделали. Сейчас мы переходим на лицевую сторону от Льва Толстого, тоже фасад делаем. Потом здесь внутри здания мы, сделали опалубку, подняли второго этажа, накидали металл. Третий этаж тоже самое подкидали, накидали вентиляцию, делаем электричество, все проводим. Потом сигнализацию, интернет, и прочее там вот тоже коммуникации, которые должны подходить. Сделали прокол водоснабжения, чтобы не ломать ни бетон, ни асфальт. Есть какие-то проблемы, связанные с материалами, с финансами? Нет, вообще все есть, полностью всем обеспечено. Работаем без выходных, без проходных. Работаем тоже. Не все там работают без выходных, потому что часть людей все равно приходится отдыхать, потому что нереально вывести все это, чтобы люди не железные тоже. По сроку, по-моему, ноябрь месяц у нас стоит. Не по-моему, а ноябрь месяц стоит. Но мы, конечно, будем стараться раньше. Почему? Потому что, это экономика. Чем быстрее строишь, тем меньше затрат. Поэтому мы будем стараться, конечно, раньше это все сделать. По крайней мере, у меня пока это видение есть. Строительный надзор у нас бывает, в неделю это раз точно ведется. Это с Красноярска стройнадзор приезжает. Плюс это кураторы по УКС, это администрация курирует нас. Плюс кураторы с Русала, то есть надзора тут предостаточно абсолютно. Опасений по сдаче, в этом году сдадите однозначно. Это даже не обсуждается.